Длинные очереди у кассы центрального стадиона «Актобе» выстроились с раннего утра. Здесь началась продажа билетов на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Актобе-Динамо-Тбилиси». Многие болельщики ждали открытия касс глубокой ночи. Всего на стадионе работают 15 пунктов по продаже билетов. 1000 тенге стоит взрослый билет и 500 тенге – вход для детей. Одна из касс работает для льготников – ветеранов, инвалидов войны, воинов-интернационалистов. Увидеть игру смогут 12 тысяч болельщиков. Именно столько вмещает центральный стадион. Однако для актюбинских любителей футбола этого уже недостаточно. Очевидно, что сотни фанатов не смогут попасть на игру. Для них, как сообщили работники стадиона, будет установлен большой монитор, по которому будет идти прямая трансляция матча. Сама игра состоится в среду, 23 июля. Напомним, что игра с грузинскими футболистами на выезде завершилась со счетом 1-0 в пользу «Актобе». Стадион надо новый, по интернету нужно заказывать. А так вот с утра опять люди занимались, записывали. Непорядок, уже каждый год ничего нового придумать не могут. Каждый год одно тоже повторяется. А потом перекупщик вот возьмут по 50 билет, перепродают. Разве так можно?